Кто-то дождичек удач падает нечасто. Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются у начальства, и, наверное, мне тогда станет легче жить. Робость давнюю мою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать. Зайду к Белле в кабинет, скажу: здравствуй, Белла. Скажу: дело у меня, помоги решить. Она скажет: ерунда, разве это дело? И, конечно, сразу мне станет легче жить. Часто снятся по ночам кабинеты эти. Не сегодняшние нет, завтрашние да. Самовары на столе, дама на портрете. В общем, стыдно по пути не зайти туда. Города моей страны все в леса одеты. Звук пилы и топора трудно заглушить. Может, это для друзей строят кабинеты. Вот построят, и тогда будет легче жить. Может, это для друзей строят кабинеты. Вот построят, и тогда будет легче жить. Так прекрасно в те поры пел Булат об этом. Так хотелось, чтоб мечта превратилась в быль. Ну так как же обстоит дело с кабинетом? Расскажи нам, Искандер, дорогой Фазиль. Ну так как же обстоит дело с кабинетом? Расскажи нам, дорогой Фазиль Искандер. У меня есть немало посвящений Булату. Одно из них хочется сегодня спеть. Тем более с ним связано роскошное воспоминание. Было дело в 84-м году, когда Булат справлял свое 60-летие. В силу природной скромности и нежелания шумихи удалился он в любимую калужскую глушь. Где-то у какого-то знакомого учителя спасался он в дни своего славного юбилея от шума, от репортеров и даже, по-моему, от ордена. Там он спасался, а между тем жена его Оля и сын его Буля готовили ему на Москве потрясающий подарок, каких я ни до, ни после не встречал. Вооружившись видеокамерой, они объездили массу народу, и каждый в эту видеокамеру что-нибудь теплое Булату говорил,
размахивая, как правило, полной рюмкой. Я видел даже некоторые фрагменты, я видел, как там пела Лена Камбурова. Я видел Веню Смехова, который что-то такое мрачно-революционное вещал, свесив ноги со старой сцены Таганки. Я видел двух выдающихся наших писателей, двух Юриев, Корякина и Давыдова, которые демократически расселив газету «Правда» на скамейке, распевали, пользуясь случаем, полную пол-литру и на глазах у этой камеры ее распили, закусывая присущим этому случаю куском хлеба с огурцом. Я даже видел совсем необычное явление Аллу Борисовну Пугачеву, которая замечательно у себя дома в золотом пиджаке при белом рояле спела очень красивую и очень простую. К этому дню, к этому торжеству решил сочинить романс. Ах, мил сердечный друг, не выразить словами, как счастлива душа и радуется глаз, когда вы среди нас или где-то рядом с нами. Когда мы просто так вдруг думаем о вас. Ах, мил сердечный друг, намедни инженеры пустили через фильтр окрестный воздух наш. Оказывается, что в составе атмосферы, где бывший кислород, там только голос ваш, там только голос ваш, негромкий, но волшебный, и надо б надышать, и замирает дух, и лишь вздыхаю я от полноты душевной. Ах, мил сердечный друг, ах, мил сердечный друг, ах, мил сердечный друг, ах, мил сердечный друг. Я думаю, что в некотором теоретическом смысле баллада, которую я спою, будет перекликаться сегодняшним вечером, ибо в ней решается тема верности призванию и общественная польза музыки. Баллада написана вместе с композитором Владимиром Дашкевичем. Жила-была на свете крыса. Пила и ела, но ей на складе надоело. Во всей округе захотела поцарствовать она, призвав родню для этой цели. Она во все полезла щели, кота и кошку крысы съели, тот час в один присест. И вот они потоком серым пошли по площадям и скверам, того гляди, таким манером весь город крыса съест. Но вот юнец один зеленый на старой дудке золоченой завел мотивчик немудреный, поплыв в морскую даль. А крыса музыку любила, за дудкой крыса поспешила, и море крысу поглотило, и мне ее не жаль, ибо правду скажем смело. Ты двух зайцев лови,
Либо делай свое дело, либо музыку люби. В российском искусстве есть три воспевателя гусаров, три гусарских поэта. Первый – Денис Давыдов, второй – Булат Акуджава, третий – я. Песня о гусарах, сочиненная в союзе, на этот раз с композитором Гладковым. Смерть, огонь и гром, бури и удары, все прошли гусары на коне верхом. И любой корнет знает непременно, что на свете несомненно ценно, что нет картечь, ложить ближе, ближе. И нам давно пора удрать, но честь, она всего превыше. Умри, гусар, но честь не утрать. Умри, гусар, но честь не утрать. Танц, 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 танц. Тройка, семерка, туз, пиковая краля, вывози кривая, ох, какой конфуз. Дело мое табак, деньги, пожитки, все до последней самой нитки пущено в абак. Беги, исчезни, тише, мыши, в Тамбов, где ждет старушка-мать. Но честь, она всего превыше. Умри, гусар, но честь не утрать. Умри, гусар, но честь не утрать. В наш прекрасный век все так деловиты, счеты и кредиты заворожили всех. Черней толпе дьявол душу застит, но на счастье или несчастье мы верны себе. Пускай подлец из грязи в князи вышел, пускай его ласкает двор и знать, но честь, она все превыше. Умри, гусар, но честь не утрать. Умри, гусар, но честь не утрать. И, наконец, еще одна песня, которая прямо написана на мелодию Булата Акуджавы и прямо ему, и не только ему, адресовано. В 78 году меня охватило просто физически острое желание собраться с Булатом Шалычем и с Владимиром Семеновичем. Посидеть, поговорить, может быть, даже что-нибудь выдумать, какой-то клуб вроде «Зеленой лампы». Такое желание охватило меня, и я решил обратиться к ним с посланием. А для того, чтобы оно звучало проникновенно, я целиком основал это послание на мелодии Булата Шалыча, а в подмогу взял Александра Сергеевича. Дорогой Булат Шалыч, а также Владимир Семенович, как живется, здоровится вам в наши светлые дни? Ничего, помаленечку, как говорится, Бог помощь, Бог помощь вам, друзья мои. Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам. На гитаре играем, на сцене, на пище машинки, вроде врозь, а с другой стороны вроде как в унисон. Все пытаемся, пробуем, ловим на слух по старинке глагол времен, металлозвон. Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам. Но мне все-таки жаль, извините, Булат, за цитату, что никак мы не встретимся на перекрестках Москвы. 5 минут на такси, 2 копеечки по автомату. Но, увы, я ужасно жалею, не знаю, как вы. Посидели бы, как бы попили, а как бы попели. Но не вышло, не выйдет, поскольку по нашим часам слишком мы опоздали.
все слова и мелодия, что я очень спешу объясниться вам в нежной любви. Я люблю вас, Булат, я люблю вас, Володя, Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам, Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам, друзья, Бог помощь вам.